Хэллоуин продолжается в лучших традициях. Билли, то есть я, Алекс, идет как пила в Warzone пилить игроков своим АС Вал. Всем привет, вы на канале игр Алекс Гейм. И сегодня отправляемся в добычу в Warzone и, конечно, ночью, чтобы получить некую изюминку геймплея. И не забудь свой драгоценный палец вверх. Полетели. Зона выброски отмечена. Готовьтесь прыгать. Всем привет, всем салют, да. Да-да-да, туда пойдем. Блять, это наша потенциальная жертва. Я поведу. Я тебя догнал, блядь, чувак. Противник отслеживает ваши координаты. Блять, дайте залутиться хотя бы. Ваша задача уничтожить цель на ликвидацию. Приближается вражеский. Блять, вот так, да? Противник высаживается в районе операции. Противник высаживается в районе. Точки эвакуации отмечены. Транспорт идет. Вот так, значит, да? Сука, ни одной БПЛ. Противник высаживается в районе операции. Меняю позицию. Тут еще один. Противник высаживается в районе операции. Сука, горячо здесь. Блять, охуеть. Приближается враг. Эх, с руки бы, блять. А где моя команда? Ёптвы. Где моя команда? Где моя команда? Так, ладно. Я понял, где. О, вот моя команда. Вот моя команда. Так, ладно. Слабовато, ребята, немножко. Захилься, блядь. Время истекло, задача не выполнена. Они движутся. Молодец. Приближается вражеский солдат.
Так, это ты, да? Я не вижу нихуя отсюда. Противник высаживается в районе операции. Чтоб я видел что-то отсюда, блядь. Противник высаживается в районе операции. Так, вижу. Далеко, блядь, полетел. Далеко, блядь, красавец. Противник высаживается в районе операции. Пролетел, блядь, ёп. Он еще один. Противник высаживается в районе операции. Нихуя себе лютые вы, блядь! Приближается вражеский солдат. Блядь, да сколько же вас тут? Да чё же это за хуйня, блядь? Я думал трое, вас четверо или чё, блядь? Раз, два, три... И четвертого замочили, или то не все чужое. Красавец, красавец, да. Сидит, короче, он, значит, у нас в гараже наш тиммейт. Так, а это я вам показываю, да, добычу, чтобы там не говорили, бля. Алекс, да мы тут нихуя никого не убиваем в добыче никогда, бля. Шар, бля, ёпта. Денег тут нет, нихуя, да? Я его вообще в упор не видел, блядь. Я еще посмотрел, блядь, думаю, где он, бля, ёпта. Я посмотрел так. Высаживается противник. Следите за небом. Хорошо, вот он. Вижу противника. Да, хуйня, блядь. Давай второе оружие возьмем какое-то с прицелом, блядь. Только одни АС-валы, блядь, и все сборки, как у меня. Чё за хуйня, блядь? Чё ты застыла здесь, так? В районе операции высаживается... Союзник начал кластерную бомбардировку. Не понял. А по ком ты стреляешь, бля, ёпта? Вот это вот хуйня мне непонятно. Я не могу. Я тупо не могу навестись, блядь. Вводит влево-вправо тупо. А чего? Тупо влево-вправо мышку водит, блядь. Как будто бы берет кто-то, дергает влево-вправо. Ну, это непонятно мне, блядь, иногда. Ну, такая вот херня есть. Вот наводишься в цель, он нифига. Файтинг устроили здесь, да?
высаживается в районе операции. Так, не понял, это наши? Один есть. Вертолет сбили, да? Опа, вертолет сбили, я пошел. Отмечаю посылку. И сейчас постережем кого-то здесь. Сейчас постережем, кто придет за посылку. Пришел. Блять, присядь, ёб. Ты совсем страх потерял уже. Опа, товарищ летит. Наш, надеюсь, да? Блять, а мы не можем забрать сразу, да, посылку? А броня не надо никому? Так, я пошел. Я пошел. Над нами вражеский ППЛА. Блять, хуево, у нас нет ни одного БПЛа, блять. Пластерную хоть возьму, да? Бля, мне послышалось, это наш просто наш. Так, теперь надо нам. БПЛА, ёпта! Мне нужна разведка! Наконец-то! Наконец-то! Так, отлично. Теперь нам надо, значит, немножко, блядь, поднапрячься. Все, больше нет. Немножко поднапрячься, как бы, да? И выиграть эту каточку. Постараться, да? Постараться выиграть каточку. Так, вертолет еще один сбили. Отмечаю посылку. Блять, сколько там вас? Я не потяну один, сразу говорю. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Я не потяну один, блядь. Отмечаю цель для авиации. Я загрузчик 2-0, вас понял. Начинаю обстрел кассетными минами. Нет, я не успею. Я не успел. Второе место. Вот так вот, да? Вот так вот, ребята.